С 6 по 10 февраля в Москве прошла крупнейшая международная выставка «Продэкспо-2023». Мы впервые представили российскому рынку продукт, качество которого уже оценили в Европе и Азии. Это уникальные системы нагревания табака МОК и табачные стики C2O. Продукция выпускается табачной корпорацией China Tobacco, которая является крупнейшим в мире производителем табачных изделий. Результатом стал продукт, который получил 159 независимых патентов на инновации. Среди преимуществ МОК стоит отметить систему нагрева Heatmaster, сочетание компактности, емкого аккумулятора и премиум дизайна, легкое управление одной кнопкой. Система представлена в трех форм-факторах. Наши стики C2O подходят и для других популярных систем нагревания табака, при этом имея более низкую цену. Табачная компания «Евразия». Являемся эксклюзивным импортером, первым и единственным официальным дистрибьютором данной продукции в России и предлагаем нашему покупателю доступ к уже проверенным инновациям в технологии нагревания табака. Здравствуйте! Мы на выставке «Продэкспо-2023» в городе Москва представляем новую систему нагревания табака МОК и стики C2O.